Где отдыхать этим летом? Свои ответы на вопрос предложили участники форума «Индустрия детского отдыха» в Ленэкспо. Выбрать детский лагерь или устроиться на работу вожатым предложили гостям выставки в Ленэкспо. В форуме участвуют турфирмы и оздоровительные лагеря Ленинградской области и других регионов страны, а также Белоруссии и Болгарии. В этом году на летний отдых для детей городской бюджет выделил около 2 миллиардов рублей. 120 миллионов пойдут на реконструкцию и ремонт. Бесплатные путевки получат более 149 тысяч детей. Отдельные стенды посвящены организации отдыха в разных районах города. На базе Невского района будет открыт 21 лагерь дневного пребывания детей. В этих лагерях у нас отдохнут 2500 детишек. Также около 1500 детей будут отправлены в лагеря Ленинградской области. Выставка будет работать до 18 февраля.